Всем привет. У нас погодка пасмурная, плюс 9. Ждем снег. Сегодня обещали дождь со снегом. Так, чуть-чуть моросит слегонца. На море не пойду сегодня. Завтра обещают нам плюс 2. Всем спасибо за комментарии, что пишете. На улице тепло. Для меня тепло, для местных холодно. Когда прохладно, я лучше себя чувствую. Это улица Павлова. Там переулок Павлова уже начинается впереди. С телефона снимаю. Крыму тоже прохладно.